Я думаю, мы точно абсолютно готовы к этому событию. И судя по тому, как была развита инфраструктура в Сочи, что бы там ни говорили, но построена шикарная инфраструктура. Вопрос, что с ней будет дальше, я думаю, как-то ей будет найдено применение. Поэтому любое подобное событие положительно будет влиять на инфраструктуру городов.